Что это судьбой, а что подарено? В конце концов, не все ли мне равно? Как странно все, что было бы, сударыня, печально, если бы мне было смешно. И я не тот, ничуть не лучше всякого, и вы не та. Есть краша в 10 раз, мы просто одиноки одинаково. И это все, что связывает нас, когда один из нас падет поверженный другой и не заметит попыхом. Зачем же я пред вами, как повешенный, слезы лью и каюсь во грехах? Зачем дрожу, зачем порхаю по небу и жду чудес, и все во мне поет? Зачем, зачем? Пускай ответит кто-нибудь, конечно, если что-нибудь поймет. Простите меня, что диким и простуженным ворвался к вам средь зимней тишины. Не то беда, что я давно не нужен вам, а то, что вы мне тоже не нужны. И все ж сама судьба с ее ударами, капризами и ранами потерь, ничто пред блеском ваших глаз, сударыня, он светит мне. Особенно теперь, теперь, когда невзгоды приключаются все чаще и все смертельнее бьют ветра, мне кажется, что дни мои кончаются и остаются только вечера. Сияете ж мне, покуда не отмечены печатью лет, ни сердце, ни чело, не видит Бог. Сказать мне больше нечего, да больше и не скажешь ничего.